училище – это среднее или неполное среднее учебное заведение, в котором существенная роль отводилась предметам естественной и математической направленности. В 1873 году такое училище открылось в соседнем городе Саратове, что послужило поводом Камышину задуматься об открытии такого же. В сентябре с инициативой и обоснованием проекта открытия нового учебного заведения в городской думе выступил городской глава, купец Валентин Прохорович Портнов. Дума поддержала городского главу и сделала запрос в земскую управу. И вот в тот же год Дума уже совместно с уездным земством направила ходатайство Министерства народного просвещения об открытии в Камышине шестиклассного реального училища. Земская управа даже предложила отдать под училище дом, который она недавно купила для устройства в нем земской больницы, но готова была уступить его под училище. Кроме того, город и земство обязались взять на себя расходы и на приспособление означенного дома под училище ежегодно частично оплачивать его содержание. Однако в 1874 году министр народного просвещения отказал учреждение реального училища, пояснив, что в России есть много других местностей, более нуждающихся в реальном образовании, нежели Камышинский уезд. Ведь в соседстве уже было реальное училище в Саратове, а возможности за счет государственного казначейства понести столь значительный расход, какой требуется на училище, нет. Однако нашлись влиятельные люди, которые помогли с открытием училища и у нас. Через три года, в августе 1877 года, на земском собрании председатель управы Ляу докладывал: «Дело народного образования в уезде наконец получило ту надежную обстановку, которую так долго добивалось наше земство». Наш люд всецело обязан саратовскому губернатору Галкину Вроскому и попечителю Казанского учебного округа Шестакову, которые так сочувственно отнеслись к нуждам земства и вполне разделили его стремления. С текущего года народное образование у нас значительно пойдет вперед, ведь с наступлением учебного года откроется в Камышине реальное училище. Помещение для него к тому времени будет совершенно отделано. Попечителя Казанского учебного округа Шестакова и саратовского губернатора, почетного гражданина города Камышина Галкина Вроскова, Камышинское земство отблагодарило за помощь. Портрет одного повесили в фойе реального училища, а именем другого назвали стипендию для достойнейших по успеваемости и поведению детей. Дом на Астраханской улице, который был отдан под училище, был куплен земством у купца Николая Ковалева за 19 тысяч, а на его обустройство было израсходовано более 23 тысяч рублей. Различные постройки и переделки длились более 3 лет и были закончены в 1879 году. Стоимость же всего комплекса зданий реального училища обошлось почти в 43 тысячи рублей. Главный дом училища одноэтажный, длиной 50 метров, располагался вдоль улицы, на его подворье стоял двухэтажный флигель с квартирой директора, комнатами канцелярии и училищного архива. Имелись ледники и погреба, кухня, каретник с конюшней, сарай для дров и прочее. Всего в училище было 18 комнат, 6 комнат для трех низших сословий, для трех низших основных классов и предполагаемых к ним параллельных 4, 5, 6 и 7 классов, актовый зал, физический кабинет, библиотека, комната для рисования и черчения, комната естественной истории, химическая лаборатория, совещательная для учителей и швейцарская, где хранилось верхнее платье учащихся, учителей и посетителей.
При училище была устроена также галерея для выращивания растений. Начало приемных экзаменов было объявлено с 31 августа 1877 года. К их проведению в город приехали преподаватели по русскому языку Тихановский, по немецкому Герк, по французскому Фильке и преподаватели чистописания и рисования Николаев. Чуть раньше были определены законный учитель протоиерей Камышина Павел Чудновский и преподаватель истории и географии Якубовский. Всего о приеме было подано 78 прошений. После экзаменов 67 человек стали первыми реалистами. Земская управа к первому учебному году даже специально подготовила деревенских мальчишек в земские стипендиаты. Она пригласила особых учителей для репетиторства детей, которые заранее были вызваны в Камышин, а некоторым даже было позволено бесплатно воспользоваться земскими подводами. Детей разместили на квартирах и занимались с ними 5 недель. В итоге 20 подготовленных мальчиков, 15 прошли приемные испытания и стали учениками. Всего в училище было 38 мест для земских стипендиатов, которые освобождались от платы за обучение. К 1902 году стипендиатов было уже 51 человек, а в 1913 году 53. При училище было открыто общество нуждающимся ученикам Камышинского реального училища, целью которого была помощь бедным ученикам, например, путем внесения платы за обучение, оплаты частных уроков и выдачи ученикам пособий вещами и деньгами. В процентном соотношении социального статуса в реальном училище учились примерно 3% дворян, 7% купцов, 17% мещан и 60% крестьян. 14 сентября 1877 года состоялось торжественное открытие Камышинского реального училища. Праздник начался утром в Вознесенском соборе, куда прибыли саратовский губернатор Галкин Вронский, попечитель Казанского учебного округа Шестаков, почетные лица города и ученики. После праздничной литургии протоиерея Павла Чудновского, во время которой он произнес проповедь, все присутствующие отправились в здание училища, где был отслужен молебен со освящением. Попечитель Казанского учебного округа объявил училище открытым. После был исполнен гимн «Боже царя храни» и закончилось все торжество обедом, устроенным городским обществом и земством в зале училища, на который были приглашены ученики. На должность первого директора был назначен Петр Александрович Герман, кандидат математических наук, должностное лицо министра народного просвещения. Училищным врачом стал пока еще неизвестный в городе врач Яков Андреевич Ломоносов, недавний выпускник Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Спустя несколько лет студенты реального училища совместно с учениками других учебных заведений принимали активное участие в начинаниях Ломоносова, облесении города и борьбе с песками, высадке сосен и ив, так называемых днях древонасаждения. В реальном училище студенты изучали физику, математику, географию, русский, французский и немецкий языки, историю, закон Божий, чистописание, рисование, черчение, музыку. Курс специальных предметов проходил с демонстрированием приборов, для чего имелись специальные и богатые необходимыми пособиями классы. В училище был свой кружок самодеятельности с поставленными пьесами. Реалисты выступали на благотворительных концертах по всему городу. В 1912 году в училище организовали большой ансамбль балалаечников. У реалистов имелась и своя форма. Она была схожа по покрою с гимназической. Фуражки были черные с желто-оранжевым кантом. Золотого цвета эмблема имела монограмму КРУ, Камышинское реальное училище. Гимнастерка и брюки были черными. Первый учебный год в училище было 67 учеников, во второй 103, в третьем уже 125,
а дальше количество желающих все увеличивалось и увеличивалось. Камышинская реалка, как ее коротко называли, стала очень популярным учебным заведением. В 1888 году директор училища подал прошение в земскую управу об открытии в училище приготовительного класса, потому что половина поступающих детей были детьми немцев-поселенцев, плохо понимающими русскую речь, в чем им мог помочь дополнительный приготовительный класс. К тому же он мог помочь основательно подготовиться к поступлению в первый класс и другим ученикам. Чуть позже такой класс был открыт, а потом все новые и новые параллельные классы. В 1900 году на очередном земском собрании впервые прозвучал вопрос расширения реального училища. Говорилось, что здание училища приходит в ветхость, достаточно 50-200 человек, оно вмещает в настоящее время до 350 учащихся. Теснота стоит страшная. Воспитанники задыхаются в своих классных помещениях. Необходимость расширения вопиющая при прогрессирующем каждый год наплыве желающих учиться. В 1902 году Михаил Викторович Годовицкий, уездный предводитель дворянства и почетный попечитель реального училища, пожертвовал 4000 рублей на его расширение. Первоначально планировалось достроить в здании второй этаж, но состояние первого этажа не позволяло это сделать. В 1903 году земство возбудило ходатайство перед Министерством образования о постройке нового здания реального училища. Но, как оказалось, средств на это в бюджете не было. Дальше пошла постоянная переписка с министерством. Проходил год за годом, отдел о постройке нового здания реального училища путешествовал из канцелярии в канцелярию. В 1904 году управой было возбуждено ходатайство о выдаче Камышинскому земству из казны ссуды 20 тысяч рублей. Остальную часть средств на постройку земства просило у министерства. Судя по подаваемым прошениям и количеству нынешних учащихся, здание под реальное училище нужно было выстроить на 800 учеников. На такое количество учеников снова было подано ходатайство министерства. В 1907 году в старой реалке было уже 422 ученика, и некоторые параллели классов стали размещать в специально снятом помещении в доме купца Шемякина, а большинству желающих учиться попросту отказывали в приеме. Город Камышин со своей стороны отвел даром под новое училище место на берегу реки Волги, за земской больницей, в 7000 квадратных сажень земли и оцененной городом 105 тысяч рублей. Кроме того, на училище должны были пойти 30 тысяч рублей, ожидаемые от выручки за старое здание реального училища, и 4 тысячи рублей, ранее пожертвованные бывшим попечителем реального училища Готовицким. Дважды гласный земского собрания граф Алсуфьев просил поддержать ходатайство земства о скорейшей постройке реального училища перед Министерством народного просвещения. А в 1910 году председатель собрания Годовицкий обращался к влиятельным людям Санкт-Петербурга. Наконец, в 1911 году, спустя 8 лет, с первого ходатайства дело сдвинулось с мертвой точки. Министр народного просвещения сделал распоряжение ускорить ход дела по постройке и отпустить первые 50 тысяч рублей. К тому времени уже была выяснена окончательная потребная на постройку сумма в размере 170 934 рубля, и что за исключением из нее 20 тысяч рублей, отпускаемых Камышинским земством, остальная сумма за округлением ее до 150 тысяч рублей бралась из средств государственной казны. Предполагаемое по новому проекту здание могло удовлетворить самым широким требованиям, ибо было рассчитано на 14 классов и заключало в себе все необходимые школьные помещения, рекреационные залы, гимнастический зал, комнаты для завтраков и прочего. Рядом с училищным зданием планировалось выстроить здание-общежитие для директора и преподавателей. Стройка началась в июле 1912 года, а в 1914 уже была закончена. 30 августа 1914 года в здании была освящена домовая церковь во имя святого архистратига Михаила. В том же 1914 году новое здание Министерства народного просвещения разрешило открыть классическую мужскую гимназию в составе первых двух классов
гимназии занимала весь первый этаж. Спустя 4 года, в 1918 году, директором Совета народных комиссаров Камышинское реальное училище было закрыто. В здании была образована единая трудовая школа первой ступени номер 1, которая объединяла в себе школу номер 2 и немецкую школу. Школ первой ступени в городе открывается несколько, а вот второй ступени только одна в здании бывшего реального училища. По воспоминаниям одной из старейших учительниц города Остроумовой Лидии Васильевны, 1918-1919 учебный год стал первым для единой трудовой школы второй ступени, которая получила порядковый номер 1. Гражданская война и последующие преобразования постоянно вносили коррективы в местоположение этой школы. В 1920-21 учебном году она находилась в здании бывшей женской гимназии, а в здании реального училища в это время организовали госпиталь. В 1930 году здесь был открыт Красный сельскохозяйственный рабфак. При нем вечерние курсы по подготовке в вузы. В 1934 году в здание реального училища переводит образцовая школа номер 1. В 1936 году, когда рабфак был ликвидирован, она стала называться образцовая полная средняя школа номер 1. Во время Великой Отечественной войны в здании школы располагались эвакогоспитали номер 3257 и 1588. На это время школа переехала в здание женской гимназии на Пролетарской улице. После окончания войны здание было отдано под специальное мужское ремесленное училище номер 3, а в 1951 году под женское ремесленное училище швейников. Окончательным днем рождения школы можно считать 10 января 1944 года, когда, согласно приказу Горано, она была выделена из школы номер 1 как самостоятельное учреждение. Реальное училище выстроено в стиле эклектики. Здание трехэтажное. Фасад училища украшен ризалитом, вмещающим 5 арочных оконных проемов на верхнем этаже и по 10 спаренных на втором. Окна второго и третьего этажей поделены пилястрами. В центре входная дверь, украшенная в двухскатной теремной крышей над арочным окном. Второй и третий этажи разделены с первым тягой. Здание общежития и здание реального училища при виде со стороны Волги представляет единый ансамбль с одинаковыми архитектурными решениями. На крыше между пилястрами на расстоянии 3 оконных проемов на кирпичном панно выложена надпись «Реальное училище». Здание почти имело Т-образную форму, но в дальнейшем к нему были пристроены спортзал и столовая. В обоих зданиях при входе парадных сохранилась метлахская напольная плитка. В Россию материал пришел ближе к концу 19 века, а в начале 20-го им уже активно облицовывали общественные места и подъезды жилых зданий. Особенно много примеров метлаха можно найти в парадных Санкт-Петербурга. В здании был проведен водопровод. За главным зданием во дворе остался пожарный гидрант, колодец уже не действующий, где на случай пожара в училище могли экстренно начать его тушить. У входа в училище видно
нивелирную марку. Надпись на ней «Точная нивелировка». Буквы ВСНХ, Высший совет народного хозяйства. Геодез комитет 7121, номер высотной отметки. Все ученики находились под постоянным контролем со стороны преподавателей. Классные наставники следили не только за успеваемостью подопечных, но и за их поведением. Жизнь реалистов была не сладкой. На каждого из них заводилась кондуитная тетрадь, в которую записывались все проступки ученика за весь период обучения. В кондуит попадали как серьезные, так и порой смешные на сегодняшний день вещи. Разговор на уроке, спички и папиросы в кармане, драка на улице, неуважительное высказывание в адрес правительства, дерзость классному наставнику, опоздание на утреннюю молитву, нахождение на улице после 6 вечера и прочее. Дело в том, что правительство запрещало поступление провинившихся учеников в правительственные школы. Снижение оценки по поведению являлось препятствием при переходе в другое учебное заведение и при поступлении в высшее учебное заведение, так как приемная комиссия требовала ведомость об успеваемости и кондуитную тетрадь. Тогда исключенный из училища ученик мог попасть в солдаты без права выбора рода военной службы. Чтобы исправить поведение провинившихся, в Камышинском реальном училище принимались серьезные меры. Ученик подвергался одиночному заключению в карцере один раз в неделю, по воскресеньям. Дело в том, что, исследуя новое здание в наш период времени, мы долго думали, где же находилась эта комната карцер. Ну, по идее, там единственная комната, которая находится на первом этаже и имеет старую такую какую-то металлическую дверь. Вот это оружейная комната, которая была совместима с другой комнатой, где находятся сейчас в данный момент костюмы. Вот, то есть там не было перегородки, она была как бы целая. И там, в принципе, можно поставить и кровать, и стул какой-то, чтобы проводить целый день в карцере. Устройством нового просторного здания приговоры будут приводиться в исполнение немедленно, не дожидаясь воскресенья. Несмотря на все наказания, реалисты, как люди молодые, всегда были на пике нововведений. В 1904-1905 годах, когда по всей стране катилась волна революционных настроений и камышинские ученики не остались в стороне, в 1904 году студент Александр Нагорный, будучи делегат Камышинской организации РСДРП, создает в реальном училище революционный кружок. В 1905 году открытые выступления учащихся начались во всех учебных заведениях России, поводом к которым послужило жесткое избиение 12 февраля в Курске полиции и лавочниками гимназистов и реалистов, вышедших на демонстрацию протеста. На это камышинские реалисты написали петицию от 23 февраля 1905 года. Мы, учащие, возмущены избиением наших беззащитных товарищей в Курске, Ярославле и других городах. Обращаем внимание всего общества на такую ненормальность общественных отношений. Мы заявляем, что единственным средством успокоения может и должно быть обновление всего общественного строя. Начались забастовки учащихся реального училища, неявки на занятия. Реалисты требовали улучшения своего быта или реформы школы. Саратовские епархиальные ведомости так писали об этих событиях. В настоящее время нет такого закоулка России, где бы не агитировали студенты. Самая невинная форма этих агитаций – собрание под руководством непременно приезжих студентов, решивших во что бы то ни стало произвести в России революцию. Группа 155 лиц, приезжих студентов, гимназисток и гимназистов, в присутствии нескольких частных лиц, организует национальное собрание в миниатюре и посылают громовые требования правительству.